Все. Вот такие у нас шикарные виды. О, у тебя трансляция. Ты, кстати, можешь поделиться со своими. Поделиться со своими? Поделиться со своими, да. Сейчас, погоди. Так. Я научусь это делать. Давай, учись. Опа. Оп. Всем привет. Всем привет. Еще не успели. Всем привет. Так. Привет. Почему шапик? Шпак. Отель отличный. Портвейн нет. Это такое шампанское. Мы такого еще не пробовали. Сейчас будем как раз его открывать. Пробовать делиться. А ты можешь одной рукой добавлять себе трансляцию, а другой рукой снимать меня? Ого. Ты у меня разговариваешь в телефоне. Я у него в телефоне разговариваю. Уже неплохо. Саш, когда будет встреча в СПБ, до СПБ в любой момент, Дивинская 4, я всегда там, можно там всегда меня найти. Ну чего, все, снимаешь, нет, делаешь? Мася, ну что это такое? Ну потому что я туплю, я не знаю, как это делать. Мася уже не стесняется, Мася, да, уже почти. О, привет из Челябинска тоже. Встреча с фанатами, так я же говорю, я в зале. Пришли, пообщались, свободную секундочку, сфоткались и, собственно, вот так вот. Так... Какая цена отеля? Не знаю, какая цена отеля. Смотрите на букинге Radisson Sky Blue. Все, получилось. Во. Получилось? Да. Ну, так это же шикарно. Шикарно. Так, все? Я перескоплю тебя, ты перескопишь меня? На, держи. О, какой ужас. Ужас? Так. Кажется, да, погодите. А что ты там показываешь? Ты показываешь стенку? Стенка красивая. Короче, будем пробовать. Ой, как красиво. Привет из Тюмени, как Мася. Слушайте, отек еще на щеке держится, я еще смешная. А мы такое шампанское еще не пили. Короче, это розе. Это трусиков шампанское. Нет, он просто в маечке. Что? Они я сдалась. Да, смеяться очень больно. Щеку придерживаю. Смотри, самое главное, что мы нашли таллинскую малину, зимний вариант. Да, я покажу. Она настоящая, свеженькая. Ням-ням. О, да, спасибо. Я жду с нетерпением операции. А, спрашиваю, что со мной? А у меня, потому что у меня, как мама это называлось? Что мне делать? Имплантация костной ткани для создания будущей кости, чтобы вставить туда имплант в твою пятерочку. Я прошу отметить, что мы не бухаем, а дегустируем розовое вино. Поняли? Это Шпак Фэмили научила ее правильно отмазываться от дурацких вопросов. Хи-хи-хи-хи. Так, ну что, пробуем? Пробовали кровяную колбасу, а мы не любим колбасу. Операция? Операция предстоит у меня... Приятная, но простая. Да. Аромат ее. Это шампанское, розовое шампанское. О, у вас кальян, круто. Я тоже люблю кальян. Я хочу кальян, а мне нельзя. На, рот. Открой. Мне сосать и дуть нельзя. Второе меня не пугает, а вот первое меня пугает. Короче, вот первое ей нельзя. Так, собственно, и проводим пенсионерский отдых. Без сосать. Без сосать, без лизать, ничего нет. Что делаем в Таллине? Мы в Таллине отдыхаем. Спасибо, что вы ходите в перископ. Давайте чаще. Не везде есть связь, она просто везде конкретно отсутствует. Вот. И это нас бесит. А еще хуже, что она показывает, а потом показывает, что на самом деле ничего не сделать. Я даже могу свою мордочку засунуть. Мордочку? Куда? Вот туда, в экран к тебе. В экран ко мне? Так а давай тут у нас, смотри, какое большое сидуха. Да, но у нас с тобой такие попы. Так. Привет с Украины, привет с Мармариса, Шпак 2 в Сочи. Мармарис, Мармарис, привет! Можно ли с помощью каких-то препаратов добавить в росте? На самом деле, после того, как зоны роста закрыты, практически уже не добавить. Вот, можно плавать, играть в баскет, подтягиваться на турничке. Это будет растягивать межпозвонковое пространство 2-3 сантиметра, но на этом, наверное, усё. Да? Так, вон у меня, видите, какая щека припухшая? О, какая я некрасивая. Передать привет Мармарису. Передаем. Мармарис. Это первое, куда я посетила вообще за границу, выехала. Мармарис вообще просто потрясающий. Замечал ли академию, чтобы на меня смотрела незнакомая девушка на улице? На меня такое сделает. Дело, что смотрят девушки на улице. Хуже, конечно, когда парни смотрят, но, собственно, девушки тоже смотрят. Так. Саша, вы же тату с глазиков сводили. Все в Инстаграм, ребята, полный отчет. Там увидите, какие были глаза до и какие стали сейчас. Дети будут. Если вот прямо сейчас начать делать, может быть, будут. Но тогда забанят перископ.
Привет из Нижнего Тагила. Нижний Тагил, там есть связь. Представляешь, а в Санкт-Петербурге нету. Нижний Тагил, наш респект. Так. Детей когда звать будешь? Точно не сейчас. Сейчас не будем. Сейчас пьем шампанское. Кстати, оно должно быть розовое. Почему оно цвет не розовое? Розовая. Здесь просто А освещение освещение такое. такое? Ага. А какого оно года? А черт его знает. Зона закрывается роста в каком возрасте? До 24 до 25. Не факт. У некоторых закрывается в 16, курение способствует этому, большое потребление кальция, Ну, также вообще это у считается. кого-то 18, у кого-то в 20. Но на самом деле Я по среднее биологии в учебнике так читала. учебников целая куча, и данных там тоже целая куча. Как правило, рост закрывается в среднем от 18 до 21 года. Но уж не до 24. В отдельных случаях. Не, но ну, у некоторых вообще не закрывается, это называется гигантизм, и люди так и растут. Так, привет из Самарской области. Так, Олимпию смотрите? Не, Олимпию мы не смотрим. А, да, что там? Кстати, как там Денис Гусев? Может, проще написать Дениске? Ну... Или ты решила узнать сбоку, чтобы Денис... Денис, как дела? Чтобы Денис не отвертелся, да? Так. могу, подожди, мне нельзя смеяться. Не пью, не курю, хороший, красивый. Так мы тоже не курим. Кальян мы курим раз в месяц полтора. А шампанское не алкоголь. Это сок. О, Сибирь, Несмотря на тебя два привет. месяца, так как в больницу попал, ты очень поздоровел. Не Он знаю. наоборот похудел. Привет с Владивостока. Владивостоку тоже наш привет. Так, как с погодой? Погода, честно говоря, питерская. Абсолютно. Не дождливая такая, немножко туманная, немножко осенняя, но приятная. Ой, там что-то масяня описали, я не Так, успела. рост идет до 24 лет, это биология. Да, может быть и идет, но мало у кого. Так, вы его мама? Кого? Я? Да. Ну, Не, за... это моя бабушка. А я ее мама как раз. Хорошо погуляли сегодня? Хорошо. В 20:30 прямая трансляция с Гусева. С Гусева. Прямая трансляция Гусева с Олимпией. Вот, наверное, это имею в виду. Нити не поставили. У меня тут все только прошито. Какое вино? Какое вино? Это не вино. Это шампанское. Кстати, оно продается только здесь, походу, в Таллине, потому что в Петербурге я такого не видел. Вот такое. Во. Так. Малинка, кстати, тоже у нас идет хорошо. Последняя. Инстаграм. Да, кстати, вся информация у нас в Инстаграме. Мы сейчас стали гораздо реже быть в Перископе. Да, он пишет, что по нам Ютуб вообще скучали. практически перестали. На Масенька. На тебе он, Малиночку. Малиночка. Да. Так. Как сам? Сам шикарно. Так, где ваши брови? Брови удаляем, чтобы потом нарисовать новые. Массе для симметрии нужно вторую сторону имплантировать. Не, Не. я не переживу. Там все есть. Скажите, Инстаграм Александр Шпак на английском. С чем пьем шампанское? С малинкой пьем, кстати. Такая. Так, что Вот там? ягодка. У Так. что-то не по-русски написано. Написано, что вроде как Иисус всех любит. Ну, в общем, собственно, нормально. Так, скучали по нам, спасибо, почему накрасился. О, привет с Родоса. О, Родос тоже привет. Я тоже там отдыхала в Фолераке. Очень хорошее местечко было в свое время. Ох, мы там тусили и плясали. Полезно ли голодать? Однозначно полезно. Пищеварительная система тоже устает. Ее нужно правильно очищать. Но для того, чтобы правильно голодать, нужно правильно к этому готовиться, а не делать это с бухты-барахты. И уж точно не стоит делать сухую голодовку, то есть вода должна быть однозначно. Куки не мешают, они уже давно, и все очень хорошо. Хотел вас встретить И встретил. сегодня, ну, а я встретил? А, да. Наверное, это тот мальчик, с которым мы фотографировались. Мы на самом О! деле уезжаем завтра в 17:00 Не, не с забыл. вокзала, соответственно, до этого времени мы в Таллине. Так что, если чего-то кто-то хочет, пишите Хи-хи-хи-хи-хи. в Инстаграм. В самом худшем случае мы просто спустимся для фотографии. Вот, вы в платье? Не, я в маечке. Так, попу реально накачать в домашних условиях? Ну, теоретически, вроде как, да. Встретил вас сегодня и Несторов подойти. Ну, видимо, постеснялся подойти. А А. не надо стесняться. Мы Мы за... тоже видели кого? Сергей же он, да? Да, Кого? Сергей Мигацко, питерский актер. А. Мы тоже его 3 раза видели, тоже что-то постеснялись подойти, а надо было сделать фотку. Я все сказки с ним помню практически с детства. Да, надо было подойти. Но они тоже опаздывали, как и мы с тобой. Так, привет из Баку, приезжайте к нам. Есть у нас план в следующем году проехать по О, Кавказу, но привет! посмотрим, что из этого будет. Так, Александр, несложно ответить вкратце про БЦА.
Да несложно. Изолицин, лисин, варин. Незаменимые аминокислоты. Все с ними хорошо. Так, вы знаете такую девушку? Нет, не знаю. Что, как собака с тарелки? Ну, на самом деле, можно сидеть за столом и Ого! есть золотых приборов и быть все равно говнюком. А можно есть вот так вот. Аризона, привет! Прикинь, нам откуда даже привет с тобой? Наша везде. И хорошо. Когда в Челябинск, честно говоря, не знаем. Челябинск далеко, и там холодно, и уж точно больше не зимой. Мы верующие, это да. Канада, привет! Как вы сделали куки? Хороший мой друг дантист Маш, сделал мне ягодку шикальные дай! куки. Я не очень люблю ягодки. А с Признаю, у меня шампусиком? третий племянник родился вчера. Наше Поздравляем! поздравление вашему племяннику. Сохраните Сургут. это видео, и, соответственно, племянник, когда вырастет, у него Сургут, будет вот Мурманск. такой вот юбилейный поздравительный выпуск. Вчера родился, а Ага. сегодня уже шпаки поздравляют, да? Да, клево. Так. Как достичь такой красоты, как у меня? Быть ужасно красивым? Не знаю. Надо быть ужасно позитивным. Тогда и красота придет. Так, из Сургута там привет нам. Спрашивают, какие конфеты вы любите? Маська любит Рафаэлки. Рафаэлки, да, Но очень теперь она любит. ничего не любит. Теперь мне он рот не открыть. Это шикарно. Из Латвии привет. И Латвии тоже. Губы накачаны? Нет, губы свои. Мася мяско любит. Ох, Мася, да, мяско любит. Сейчас не могу жевать сильно. Да? Угу. Все болит? Ну, она рот плохо открывается. Так, грэблингом увлекаешься? Тюмень. Нет. Тюмень. Париж, привет. Кстати, у меня всегда была мечта в Париж, на Ну, Эйфелеву по-моему, у башню. любого нормального человека была мечта побывать в Париже. Потому что Но если так ты и не, не я побывал в туда... Париже, собственно, то жизнь прошла бесцельно. Нет, как-то поговорка есть. Короче, в Париже должно быть круто. Короче, надо нам в Париж. Да. Казань, привет. А, рядом с тобой девочка или пацан? Вы ее спрашиваете или ее спрашиваете? Привет со Ставрополя. Куда катится мир? Куда катился, туда и катится. Так, шпаки вы меня Смешите. читаете? Мы читаем, но не всегда успеваем. Так, что-то там было по Лиссабон. О, Дубай. Дубай, Дубай круто. Клево. Вы какого пола? Вы какого пола? Я среднего Я мужского. поддерживаю. Так. С наркотиками я завязал, я с ними еще даже не развязывал. Владивосток, Брянск, Германия, всем О, привет. клево. Так. Покажи смерть в прямом эфире, приезжайте, покажем. Да. Так, кем вы являетесь друг другу? Ну, Кем? я мамочка, а ты? А ты мой сисек. А я мусюсёк, да, все просто. Вы определились и запутались теперь? Так, так, салам, 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 что тут было? Привет из Питера. Там С Баку, Израиля. Дубай. Так, поцелуйтесь. Это за отдельную плату. Мужчина, вы кто? Вот это реальное оскорбление. Один день выходной. Так, приезжайте в Париж, буду экскурсию проводить. Отлично. Если мы соберемся во Францию, а не если мы однозначно, то рано или поздно соберемся. Да, я же мечтала на Эйфелеву башню. И на самом деле, ребята, все, кто в Перископе подписан, все, кому интересно, подписывайтесь, пожалуйста, на Инстаграм, потому что, ну, во-первых, Перископ мы не часто сейчас выходим, YouTube у нас тоже остается больше информационным порталом, мы туда теперь закидываем видео только по желанию, когда это получается, вот, а все остальное, собственно, у нас идет через Инстаграм. Да, Чечне, Чечне тоже привет огромный. Так, напишите, соберетесь в Лиссабон. Ага, из Минска. Какой массе стоит объем имплантов? 610, да? 605-е. 605? Ну, прям я Ага. ошибся на 5 грамм. Да, это большая ошибка. Извините, вы голубой? Вы как сами думаете? Конечно, 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 я голубой, мужиков люблю. Так, привет из Красноярска. А, кстати, на будет эту тему Омск. потом, про мои анализы, ну, потом. Так, Германия. Что-то я не все. О, Донбасс. Так, это мой уже дружбан тут пишет. Сейчас Да. мы его отключим пока. Да, Юрке ответим потом. Вы на Новый год в Тае будем? Будем. А, А. Мася, нам надо посмотреть. Мы уже два раза бронировали ту вью, которую хотели. Что-то на два раза ни хрена не получалось по каким-то непонятным причинам. Вот. Ой, Сейчас будем Астрахань. выбирать. Заново. Ты с Минска? Нет. Я с СПБ. Мася, отключает Юрса. Так. Показать ногти. Я думаю, вы их и так должны видеть в тот момент, когда мы пьем шампанское. Очень. Совершенно такое, на самом деле. Самое главное, что после него после вкуса остается нормально. Оно такое, не мерзенькое. Розовенькая. Не, ну за 50 евро оно должно было быть более-менее нормальное.
Кстати, тоже интересно, мы даже не нашли здесь ни Маньота, ни Дон Периньона, ничего. То есть у них шампанское 4, 5, 6, 7, 8 евро, и в общем все. Оно все молодое, посмотри, там даже вина прилично не было. И там вот нам что-то вот люди пишут, подожди. Так, I am from Turkey, короче, Турция на прикид. Были ли в Баку? Нет, к сожалению, не были. Привет из Омска. Омск, привет. Так, Пятигорск. Вы в молодости выглядели классно. Это вы, наверное, судите по фотографиям. Екатеринбург. Тоже. Так, Анапа, Нижний Новгород. Ого, сколько всего. Короче, да, целая куча всего. В конце декабря. Как мы относимся к коньяку? Мы пока его коллекционируем. Хотя нет, одну бутылочку мы хорошего выпили. Да, было дело. Да, было дело. Ульяновск, Москва. Кстати, в Москву мы тоже едем. Ну, скорее всего, это вторник, но не от нас зависит. Ждем, когда нам... С анализами мы потом целое видео соснимем. Это прикол вообще. Приветствую с Тбилиси, Ахтырка, Калининград, Красноярск. Ну, собственно, все города и все страны, всем огромное спасибо и тоже привет. Мы очень рады, что вы нас смотрите. Очень рады, что русскоязычные мальчики и девочки находятся в разных городах и несут свой позитив. И так приятно, что вы по нам скучаете. И Казахстан, и салам из Анапы. Спасибо. Ого. Так, Владивосток, друг Кокляев. А, это друг Кокляев, это, видимо, не про меня. Ну, уже неплохо. И Харькову тоже привет. Ты украинец? Нет, я вообще интернационален. Так. Привет из Питера. Сколько у нас градусов? Я думаю, что градусов у нас 12. Не знаю, вон я в теплой кофте, пальто, и мне не жарко. А я в маечке, и мне жарко. В Тбилиси нас зовут. Да, мы с удовольствием. Это будет уже в следующем году однозначно. Скучаем. Как зарабатываем деньги? Интеллектом. Ты не друг Кокляева? Ну, Чечня, я очень привет. Хороший знакомый Кокляева, и надеюсь, что я считаюсь ему другом. Нижний Новгород. И Чечне, салам тоже. Так. Нормальный как интернет, как ни странно. Да. Нормальный отель, нормальный интернет. Мы находимся в Редисоне, Редисон Sky Blue. И, собственно, благодаря нашим друзьям, в общем, все прикольненько. Были ли в Турции? Вася, ты была в Турции? Да, была. Я была в Кемере и была в Мармарисе. А я нигде не был там. Я только Карибы люблю. И вот сейчас мы стали подъезжать в Европу. В Чечне вас зарежут, если приедете туда. Не думают. Важно, с кем мы приедем. Причем не важно, что это. Дагестан, Осетия, Чечня. Собственно, вот так вот. Так, привет из Киева. И Киеву наш привет. Во Владик нас уже давно приглашают. Наша хирург из Северной Осетии. Наша любимая друг Лариса. И мы в следующем году постараемся туда поехать. Вы кто такие, поясните. Забивайте в Ютубе Саша Шпак, а там вам... Расскажут все хорошее и плохое, тем более. Хи-хи. Так. Осетия вас ждет, это мы всегда да. Как новый тату заживает, не знаю, я не обращаю на нее внимания, соответственно, она все нормально. Всегда нормально все заживает. Так, привет, что с лицом, актер? Начинающий. Мне нравятся вот такие вот заявления. По поводу того, что я торговал наркотой? Да. Да, телеканал «Россия» так и не засудился. Они сказали, ну мы же показывали трех людей вместе с вами в одном эпизоде. Так что к одному из них это однозначно относилось. А то, что вы упали под раздачу, ну это не наша проблема. Ты просто яркий. Да, ну, конечно. Запоминающийся. Конечно, они же сначала выпустили... Это моя жена, да, все верно. Угу. Любимая и ненаглядная. Почему говорят, что нельзя кушать фрукты во второй половине дня? В большинстве фруктов много достаточно углеводов. Не знаю, я отношусь вот к малине, клубнике, киви, грейпфруктам, небольшом количестве мандаринов, фейхоа совершенно свободно. Так что можно их есть во второй половине дня, есть можно после 6 и не напрягаться по этому поводу. Вот. Вообще жизнь прекрасно удивительная, обмен веществ главное держать высокий. Держится он высокий за счет трех элементов. Это уровень гормонов, это постоянная подвижность и это правильное питание. Так что, собственно, вот так вот. У вас женский или мужской половой орган? У меня и такой есть. Мазя, ну не смей, сейчас имплант треснет, и опять, блин, опять 45. Я держу щеку. У тебя вокруг глаз карандаш или тату? Тату. Так. Ой, не могу. Скажите, что у тебя с глазами? Скажи, Саня, тебе пора уже сниматься в фильмах. Так пока никто ничего не предлагает. Достойного ничего. Когда выйдет храм души, как
Только у Асовича Сол появится время, мы обязательно снимем. У нас уже давным-давно, целый год, есть задумка, что бы мы хотели снять. И, скорее всего, эта задумка разобьется опять на две части, но пока нет. Так, сколько раз можно анонировать? Много. Мася говорит, пока сил хватит. Долго ли будем в Москве? Нет. О. Утром приезжаем, днем снимаемся, вечером уезжаем. Привет из Казани, Казани тоже. Так. Губы классные, где делал? Губы такие уже последние лет 10. Так, почему-то накрашен, это все нравится. Так, с Кокляевым супер выпуск был, согласен. Было все очень интересно, было прикольно. Так, что с вашим лицом? Ну, не знаю, что с моим лицом. Хи-хи. Мася, разве ты не пьешь антибиотики? Мася закончила антибиотики пить в пятницу вечером, сегодня суббота вечер. Уже поэтому, можно. Поэтому уже вот такой покальчик. Снимай маску с лица, братишка. Это как? Так, покажи зубы. За что она вас полюбила? Что именно? Ну, наверное, не то, что смотрит, а то, что больше находится внутри, да? Да, ты вот себя мужиком... за то, что находится вот там, у тебя под юбочкой. Под юбочкой? А, мои знаменитые 5 сантиметров? Это да. Занимался ли Кишинкаем? Занимался, но это было крайне-крайне давно. Это было с 96 по 2001 год. Я и остаюсь мужиком. Живу я не на Горьковской, живу я в Юнтово, а на Горьковской мы работаем. Так, что с Масей с щечкой? Зубик у Маси там с щечкой. У меня тут имплант. Выпиваем ли мы только по выходным? Нет, мы можем это делать и на неделю, но обычно это все ограничивается вот двумя бокалами. Правда, бокальчики здесь некрасивые, не то, что у нас дома, но ничего страшного. Грех жаловаться, главное, что они есть. Потому что нет ничего хуже, чем пить шампанское из стаканов пластмассовых. Что так, еще? Будем ли смотреть UFC? Нет, не будем, мы вообще телек не смотрим. В Москве можно успеть с вами сфоткаться. Ну, подходите к телестудии НТВ, мы будем, собственно, там. Почему Мася голос, как у мужика? У нее не только голос, как у мужика. Так. А тебя местные на улице бьют за такое лицо? Нет. У вас есть шанс это сделать, но, к сожалению, таких, как вы, гораздо больше, чем людей, которые говорят и делают. Так. Почему у вас накрашенные ногти? У нее или у меня? У нас одинаковый цвет. Да, у нас одинаковый цвет. Что мы будем там снимать? Что мы будем там снимать? Выйдет на НТВ, увидите, что мы будем там снимать. Там будет что-то интересное. Мася... Ты сделаешь женский половой орган. Чего? Понятно? Так. Местные фотографируются с таким лицом. Главное, чтобы у Маси не было члена. Да, видите, кстати, интересно. Интересно еще, кто с кем отдыхает. Вы с нами отдыхаете или мы с вами отдыхаем? Мы тоже подумали, надо выйти в перископ. Что-то нам... Надо что-то интересное посмотреть. Когда в Питер? Завтра. Воскресенье? А. Что, в Таллине интересного? Маленькие исторические улочки. Очень, не знаю, исторический микроклимат. Мы тут наснимали всяких маленьких мистерических двориков. Дыгит из окна на миллион долларов. Видите, там разные башенки, замки, залив. Короче, там классно. Новое видео на YouTube когда? Не знаю, пока YouTube мы особо не занимаемся. Так, в оба мужики... Что-то я не все успеваю читать. Да, что-то много и какое-то всякое. Много каких-то плохих слов все люди говорят. Не все, простите. Просто очень много почему-то. Зачем вы, плохие люди, смотрите и пишете плохие слова? Это нехорошо. Но люди, которые самодостаточные, они не будут писать плохое. Они как минимум пройдут мимо. Ну, соответственно, те, у кого ничего интересного в жизни нету, они таким способом самовыражаются, самоопределяются, самоутверждаются. И как говорит наш татуировщик... Портят себе карму. Нельзя говорить плохие слова. Фотки Таллина будут в Инстаграме, да. Они уже там есть. И не только фотки. Там есть и видеоряды. Есть даже целые живые зарисовки. Так. Как Лев сказал про ситуацию с Будяком, что это вброс. Это было так давно. Я не знаю, вброс это был, не вброс. Сергей Николаевич нас увидел.
поздоровался. Ну, собственно, ничего не сказал. А раз ничего не сказал, значит, соответственно, ничего, наверное, не было. Так, откуда столько негатива в этот раз? Да потому что целая куча новеньких, видимо, приглашенных, судя по тому, что им показывают телефон. Ну, соответственно, у них вот такая вот реакция. Сколько уже занимаюсь спортом, я не качаюсь. Качаются качки. Наверное, года 23 уже. Так, почему мужчины накрашены ногти? Кто сказал, что мужчины не должны быть накрашены ногти? А мы про еду не выкладывали, да? Мы сейчас выложим, да, как раз с ними доболтаем. А, классно, сейчас покажем, что мы кушали. Что кушали эстонского? Эстонские йогурты, по-моему, здесь все прикольненько. Очень вкусненько, да. Я 5 раз спросил, как вы познакомились. Так, ну вот, видите, с 5 раза мы отвечаем. На ютубе есть целых 5 выпусков интервью о нашей личной жизни. И один из них о том, как мы познакомились, как у нас все происходило. Смотрите, там в течение часа все более чем подробно, потому что здесь мы вам этого точно не расскажем. Привет большой Самаре, и Самаре наш привет. Вы забавные, желаю вам удачи во всех начинаниях. О, спасибо. Так приятно читать такие хорошие, позитивные комментарии. Заметно приходит новая волна и отсеивается часть, да? А кто-то остается. Ногти накрашены, только пидорасов. Серьезно? Я знаю целую кучу геев, у которых не накрашены ногти. И они выглядят, к сожалению, как вы, как обычные люди. Вот это и пугает. Если бы у них были бы накрашены ногти, все было бы гораздо проще в этой жизни. По крайней мере, была бы точная градация, кто... А кто нет. Зачем куйти? Фрукты есть, и с маской целоваться. Так. В каком году вы поженились? А это, возможно, вы уже увидите на ОРТ, если до этого дойдет. Да? Да. Так, ждут нас в Москве. Шпаки, вам привет передает мама. Мама? Мама? Чья мама? Так, ты же собирался тату с глаз убирать. Это вы от меня когда-нибудь слышали? Корректировать татуировочку на глазах, и она уже откорректирована. Так, новое видео на YouTube скоро? Не знаю, пока не планирую. Чтобы катать вас по Таллину. Не знаю, мы пока пешочком ходим. Здесь и так все прикольненько. Да и что здесь катать? По старому городу кататься я даже не знаю. По-моему, пешком все гораздо круче. Саша, научи, как так реагировать на негатив. Не знаю, у меня настоящие друзья. От них негатива нету. Поэтому я живу в том круге, в котором все позитивно. Ребята, вас без обид, я практически всех не знаю. Раз я вас не знаю, собственно, вы не можете принести мне никакой негатив, потому что, ну, каждый момент кто-то где-то умирает, кто-то разбивается, сгорает, умирает в хосписе, не знаю, банкротится. Мы же этого не знаем и не горюем. Как только мы об этом узнаем, мы начинаем горевать. Получается, ответ прост. Тех, кого мы не знаем, на тех можно не обращать внимания. Собственно, наверное, так. Так. Мог бы провести свадьбу, да, мы порой это делаем. Но это уже есть в райдере, поэтому все это писать в личке. В личку писать моему продюсеру. Она вам все ответит. Так, ты странный тип, но импонируешь. Спасибо. Так, я тоже в старом городе, если что, могу отвезти куда надо. Огромное вам спасибо. Вот. Ну, а так, если что, пишите в директ. Мы находимся в Redis and Blue Sky. И, соответственно... А, если кто, мало ли, хочет еще фото... Я не помню, я там где-то читала от кого-то, что кто-то не успел с нами вчера встретиться, поэтому пишите в директ Инстаграм и приезжайте тогда сюда в отель, мы спустимся и сфотографируемся. Ой! С вами. Так, а что у нас? А, у нас еще есть орешки, ага. С медом. Мастер, нам как-то так осень, чтобы мы были вдвоем в кадре. Какое-то кресло неудобное. Кресло неудобное. Угу. Я просто... Ты тогда читай там, потому что я ничего не вижу уже отсюда. Че это ты ничего не видишь? Ну, очки у меня такие, я плохо вижу. Что случилось? А, это интернет такой, смотри, он взял подвес. Вот что-то там. Так. Идите в кровать. Здорово, тебя не посадили. Донбассу привет передай, передали. Маська, а почему ты не хочешь... Нет, я что-то ягодку не хочу. Да, потому что она такая прикольная. Не знаю. Какой инстаграм? Александр.шпак на английскими буквами. На английскими буквами, я говорю. Ты, видимо, перечитал комментарий, в котором грамотно написано. Да, наверное. Так, ну чего? Перезашел, заработало. Было трудно, но я подрочил. Да? Угу. Ого. Ну, видишь, теперь все об этом узнали, человеку должно быть легче. Купи ей нормальные очки. А эти вам чем не нравятся? Так. Нет, скоро мои линзы придут, и я опять буду в линзах ходить.